25 июня 1839 год. Решил продолжить вести дневник, хотя изначально завел его, чтобы писать об африканской экспедиции. Я просто уверен, что сфера — это какая-то важная вещь. Я решил собрать ее сам, но куда там? Это труднее, чем казалось на первый взгляд. Осколки ведут себя странно. Они все время еле заметно меняют цвет, форму и даже текстуру. Вчера я сделал замеры и отметил ориентиры на поверхности осколков. Сегодня мои опасения подтвердились. Осколки изменились. Я был потрясен и побежал к лучшему геологу Лондона, сэру Уильяму Смиту. Я завел разговор о том, как камни меняют форму. Смит рассказал мне о строении стекла и о том, как оно сжимается под своим весом и медленно тает веками, словно лед. Я немного успокоился. Но по-прежнему уверен, что эти осколки неземного происхождения.
нас есть поднимающаяся комната. Она отвезет нас во внутреннее святилище. Да. С ее помощью мы легко спустимся вниз. Ты когда-нибудь ездил на лифте? Да, однажды. В Колизее. В Ридженс-парке. Лифт там отвозит на смотровую площадку. Хорошо. На этом лифте ехать чуть дольше. И едет он не вверх, а вниз.
Посмотрим, что можно с тебя взять. Грязновато. Нужно было наточить его. Я чувствую его. Вещество тут есть.
2 июля 1839 год. Сегодня получил письмо из алжирского губернаторства о судьбе экспедиции Герберта. Через неделю после моего возвращения Абдулла, один из наших наемных, пришел из пустыни. На нем были тяжелые раны, словно от когтей льва, и он бессвязно бормотал, что нечто ужасное напало на экспедицию. Французы немедленно отправили туда поисковый отряд. Через пару дней они обнаружили лагерь, но никаких следов Герберта или его людей там не было. Завтра я пойду в таможенное управление и заберу вещи, оставшиеся в лагере. Чертовщина какая-то. Что там могло случиться?